Ну, поскольку сегодня пятница, в нашем выпуске пришло время узнать, что будет с погодой в выходные. Это об этом спросим нашего дежурного синоптика. Из гидрометцентра сегодня в эфир вечерних новостей выходит Людмила Паршина. Людмила, здравствуйте. Сегодня в Москве прекрасный был солнечный ясный день. Погода такая долго продержится? Здравствуйте, Дмитрий. Выходные дни уж точно. Такой хорошей погодой центр России обязан антициклону. В субботу в большинстве центральных областей без осадков, днем 5-10 тепла. Утром в Брянской и Орловской областях туман. В воскресенье местами, в основном на севере центрального округа, пройдет небольшой дождь. Температура днем 6-12 градусов. На севере европейской части, напротив, погоду будут формировать циклоны. Один из них в воскресенье уйдет за Урал, а другой держит путь на юг Коми. Погода влажная, с осадками, ветреная, но по октябрьским меркам не холодная. На северо-западе пройдут небольшие дожди и будет 6-11 градусов. В Карелии и Вологодской области дождь кратковременный, примерно так же, плюс 4-9. Прохладнее на Кольском полуострове, в Архангельской области и Коми 1-6 градусов выше нуля. Но осадки пока в основном в виде дождя и ветрено. В Ненецком округе дождь с мокрым снегом, ветер до 20 метров в секунду. Днем до минус 2, на востоке до 7 мороза, и это немного ниже нормы. В Калининградской области температура удержится на уровне 8-13, дождь пройдет только в воскресенье. Ну ладно дожди, но дожди со снегом, это такой привет от зимы уже. О полноценной зиме говорить еще рано, но минусовые температуры будут встречаться все чаще. В Поволжье погода неустойчивая, особенно на севере, где будет сказываться влияние атмосферных фронтов. Там ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, ветер до 15 метров в секунду, но без резких изменений, днем 5-10 тепла. Такой же температурный фон и в среднем Поволжье, только на юге в Саратовской области теплее, до плюс 13. В субботу удержится погода без осадков, еще будет ощущаться влияние антициклона, а в воскресенье с небольшим дождем. На юге России погода начала улучшаться. В Крыму на оба дня без осадков и потепления, в воскресенье до плюс 19 градусов. И на Северном Кавказе дождей совсем мало. Только в субботу они, вероятно, в горных районах Центрального и Восточного Кавказа. Днем 10-15, в районе Сочи до 22. Вода у побережья, увы, продолжает остывать. Но в районе Туапсе, Ялты и Сочи ее температура около 20 градусов. Ну, жителям юга можно только завидовать. А какая погода в двух столицах будет? В Санкт-Петербурге в субботу без осадков, ночью 3-5 градусов, днем 9-11. В воскресенье пройдет небольшой дождь, чуть прохладнее, плюс 8-10. На московский регион продолжит оказывать влияние антициклон, и поэтому до понедельника погода практически не изменится. В субботу осадков не ожидается, ночные температуры будут колебаться в пределах 1-3 градусов, днем ожидается 8-10 тепла. В воскресенье в Москве ночью 2-4 по области до минус 1, днем возможен небольшой дождь, но также тепло 8-10. 10 в городе и 5-10 по области. Спасибо. Прогноз погоды на предстоящие выходные мы узнали от Людмилы Паршиной.